17 августа 1940 года в Москве состоялся авиационный парад в Тушино. Вторая мировая война неумолимо приближалась к границам СССР. Сталин уже получил агентурное донесение о том, что Гитлер дал указание разработать план войны против Советского Союза, который назвали «Барбаросса». И здесь, на параде, Сталин обеспокоен не только техническим уровнем боевых машин, но и тем, что накануне решительной схватки с Гитлером в живых остается, как он считает, лидер гитлеровской пятой колонны – Троцкий. Лаврентий Берия, словно чувствуя настроение вождя, докладывает: к ликвидации Троцкого все готово. Июля 1939 года под грифом «Особо секретно» в одном экземпляре на Лубянке был составлен план агентурно-оперативных мероприятий по делу «Утка». Средства выполнения: отравление пищи, воды, взрыв дома, взрыв автомобиля при помощи тола, прямой удар, удушение, кинжал, удар по голове, выстрел, возможно, вооруженное нападение группы. Цель – ликвидация «Утки». «Утка» – такой оперативный псевдоним дали на Лубянке Льву Троцкому. Псевдоним был не случайным. Охота на уток была страстным увлечением Троцкого. Автором этого совершенно секретного документа был Павел Судоплатов. Ну, мы как-то не думали над этим, что нас могут подвергнуть репрессиям за невыполнение. И руководствовались мы не этими соображениями, а для нас Троцкий был враг номер один. Из этого мы исходили. Лев Троцкий. Настоящее имя Лейба Бранштейн. По сути, всегда был после Ленина человеком номер два в советском государстве. Председатель Реввоенсовета, нарком обороны, утопивший в крови кронштадтское восстание, предпочитающий террор другим методам революционной борьбы, этот человек после смерти вождя, так же, как и Сталин, вовсю рвался к власти. Но в России только один трон. В борьбе за него Троцкий недооценил Сталина и не заметил, как тот вырос в большого политика. А сам он так и остался революционером, причем революционером проигравшим. Его участь определил победитель – изгнание из страны. Января 1937 года Лев Троцкий и его жена Наталья Седова после долгого морского путешествия на танкере «Рут» наконец-то увидели зеленые мексиканские берега. Встречают их довольно радушно. Достаточно сказать, что сюда, в Мехико, Троцкий прибывает в персональном вагоне президента Карденаса. Все опасения, что советские подводные лодки потопят корабль, позади. Осенью 27 года Сталин сбросил своего главного критика вниз с партийного Олимпа. В октябре Троцкого исключают из ЦК, а через три недели из партии. Это крах. Уже через год Троцкого отправляют в ссылку в Алма-Ату как контрреволюционера. Здесь он начинает активную политическую переписку. Итог известен. 20 января 29 года Сталин, получивший большую власть, но еще не ставший диктатором, хотя и с трудом, но проводит через Политбюро решение о высылке Троцкого из Советского Союза. Ни одна страна не хотела принимать революционера с кровавым прошлым. С трудом удалось уговорить турецкие власти. В Константинополе семью революционера поселили в советском консульстве и даже снабдили деньгами на первое время. Однако изгнанник не хотел браться за ум и здесь. И настрочил сотни писем и телеграмм почти во все европейские столицы, объясняя причины своей высылки. Понаехали журналисты. Троцкого изгоняют из консульства. Он в ужасе, поскольку в Константинополе полно белогвардейцев. Троцкий уверен, Сталин решил убрать его их руками. Семья Троцкого ищет укрытие и находит на одном из Принцевых островов, Принкипа, в Мраморном море. В 1932 году Троцкого и членов его семьи лишают советского гражданства. Все четыре года жизни на далеком острове Троцкий добивается выезда в европейские столицы. Наконец, Франция согласилась его принять. Здесь, с июля 1933 года, Троцкий попадает под плотную опеку ОГПУ. Он меняет внешность, отели, города.
Но полиция не ручается за его безопасность. В июне 1935 года Троцкий получает разрешение перебраться в Норвегию. Но и тут ему нет покоя. Советский посол требует высылки гостя из страны. Троцкого берут под домашний арест. А затем его вместе с женой сажают на борт зафрахтованного правительством танкера «Рут». Курс – Мексика. 1937 год. В Советском Союзе вовсю работает мясорубка политических репрессий. Идет процесс-спектакль над антисоветским троцкистским центром. Слушая откровения обвиняемых по радио, Троцкий потрясен. Оказывается, убийство Кирова, подготовка покушения на Сталина, организация контрреволюционного переворота в СССР проходили под его руководством. Исполнитель сталинской воли, нарком внутренних дел Ежов, уйдет со сцены, так и не выполнив приказа вождя – ликвидировать Троцкого. Пришедший ему на смену Лаврентий Берия понимает, что невыполненный Ежовым сталинский приказ придется выполнять ему. Правда, пока непонятно, кто будет проводить эту секретную операцию. Для Берии это вопрос жизни и смерти. К этому времени советская разведка разгромлена своими. За два года в НКВД было репрессировано 23 тысячи сотрудников. Однако Лаврентий Берия, хорошо знавший цену выбитым признаниям и ложным доносам, выбирает именно среди опальных офицеров того, кто должен ликвидировать Троцкого. И выбор его падает на опытного разведчика-нелегала Павла Судоплатова. В мае 1938 года он лично ликвидировал в Голландии главаря организации украинских националистов Евгена Коновальца. Но сейчас Павел Судоплатов в опале. Все прежние заслуги забыты. Но тут Судоплатова неожиданно вызывает к себе Лаврентий Берия. Итог разговора как удар в висок. Они едут к Сталину. Это продолжалось несколько минут, минут 10, но самое большее. Так, поздоровался. Значит, вот, готовы ли вы взяться за это дело? Безусловно, но сам лично не могу принять на себя поручение в качестве исполнителя по той простой причине, что я еще слабо знаком с испаноязычной агентурой, только вхожу в эти дела. Потом я не был никогда на американском континенте, испанского языка не знаю, это, разумеется, затрудняет мне работу. Из кабинета Сталина опальный Судоплатов выходит заместителем начальника советской разведки с самыми широкими полномочиями. В этот же день на правах хозяина он занимает руководящий кабинет в Большом доме на Лубянке. С этого момента место, время и способ ликвидации Троцкого определялись здесь. Здесь же разрабатывались планы по уничтожению последнего детища Троцкого, четвертого интернационала. Четвертый интернационал был создан в 1938 году как альтернатива Коминтерну, который, по мнению Троцкого, был целиком подчинен Сталину и превращен в слепое орудие его диктатуры. Учредительный съезд Четвертого интернационала был проведен во Франции. На него собрались троцкисты из многих стран мира. Сталин прекрасно понимал, объединение троцкистов накануне смертельной схватки с фашизмом расколет международное коммунистическое движение. А это крайне опасно не только для него самого, но и для всего СССР. Уже была проиграна фашистам война в Испании. Одна из главных причин поражения республиканцев – раскол среди левых. Для Сталина этот раскол олицетворял ненавистного ему Троцкого. Выход в 1938 году на Западе книги Троцкого с недвусмысленным названием «Преступление Сталина» заставляет торопиться советского диктатора с исполнением задуманного. За 10 дней до исторической встречи Судоплатова со Сталином в Москву из Испании вернулся один из лучших советских разведчиков. Майор госбезопасности Леонид Эйтингон. Почему нужно привлечь Эйтингона? Потому что он блестяще знал испаноязычную агентуру, знал условия жизни в Испании, в Латинской Америке, в Америке вообще. И Эйтингон это вообще было для разведки, это был исключительно очень полезный и нужный человек.
Планом «Утка» предусматривалось создание двух независимых друг от друга спецгрупп и переброска их в Мексику. Первая, основная группа, получает кодовое наименование «Конь». Ей отводится главная задача – проникнуть внутрь дома и ликвидировать утку. Группу «Конь» возглавил лично известный Сталину человек, художник с мировым именем Давид Альварес Сикейрос. Во время войны Испании он командовал бригадой республиканской армии, отличался решительностью и личным бесстрашием. Завербован Леонидом Эйтингоном в Испании. Сикейрос руководит группой нелегалов советской разведки в Мексике. Сикейрос, он в прошлом руководитель шахтерского профсоюза. У него большие связи среди шахтеров, рабочих. И доступ к взрывчатке, и доступ к оружию. Ну, и он взялся очень активно за проведение этой операции. Вскоре по плану «Утка» была сформирована и вторая дублирующая спецгруппа. Обе группы не должны были знать о существовании друг друга. Их задача – действовать независимо. Резервная группа получила кодовое наименование «Мать». Возглавила ее мать четырех детей, испанка Каридад Меркадер. Родом она была из богатой испанской семьи. Увлекшись идеями анархизма, разводится с мужем, испанским железнодорожным магнатом. И в начале 30-х четырьмя детьми бежит в Париж. Вступает в коммунистическую партию. Участница гражданской войны в Испании. К работе в советской внешней разведке привлечена в 37-м году Эйтингоном. Агентурный псевдоним Клавдия. Сама она активно участвовала в боях против Франко и была тяжело ранена в живот. Мы ее, наши врачи советские, вытащили за ноги с того света. В группу «Мать» были включены известные Эйтингону по Испании, проверенные в боях люди, в основном испанцы. Один из них – сын Каридад Меркадер Рамон. Поскольку он был абсолютно неизвестен среди троцкистов, ему дали задание познакомиться с одной из делегаток съезда 4-го интернационала. Она прибыла в Париж из Нью-Йорка. Это была Сильвия Агилов, незамужняя дама из семьи российских иммигрантов. Советская разведка была информирована, что Агилов часто привлекается для работы в секретариате Троцкого. Здесь, в Париже, Сильвию ждала судьбоносная встреча с красавцем-мужчиной. К этому времени Рамон Меркадер уже несколько месяцев живет в столице Франции на деньги советской разведки. По легенде, которая разработана на Лубянке, он прожигатель жизни бельгийский бизнесмен Жак Марнар. Время от времени Марнар сужает деньгами экстремистские организации, якобы потому, что очень не любит существующую власть. Рамон Меркадер, полное имя Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эрнандес, активный член Компартии. Во время гражданской войны в Испании командир батальона. В 1937 году, с согласия матери, начал сотрудничать с советской разведкой. В начале 1938-го подключен к разработке троцкистских организаций в Испании и Франции. 1 июля 1938 года в парижском ресторане произошла хорошо подготовленная случайная встреча Рамона Меркадера и Сильвии Агилов. За парочкой из глубины зала очень внимательно следил Леонид Эйтингон. Рамон умел очаровывать женщин. Ну а для Сильвии, не отличающейся особой красотой, встреча с Рамоном, может быть, была последней надеждой на замужество. Завязался бурный роман, который получает свое географическое продолжение. Сильвия уезжает в Нью-Йорк. Рамон, по приказу советской разведки, должен следовать за ней через океан. Это выглядит вполне естественно. Влюбленный жених не хочет надолго расставаться со своей невестой. И вот вскоре он переступает порог дома Сильвии в Нью-Йорке. Но уже не как бельгийский коммерсант Жак Марнар, а как канадский бизнесмен Фрэнк Джексон. Об этом есть и соответствующая запись в его паспорте. Непредвиденный случай чуть было не поставил под удар вторую боевую группу. При получении американской визы поддельный бельгийский паспорт Рамона Меркадера, выписанный на имя Жака Марнара, вызвал подозрение. Пришлось срочно менять документы, легенду, а главное – имя. Так Рамон Меркадер становится канадцем Фрэнком Джексоном. Сильвии он объясняет, что вынужден был приобрести себе за деньги новый паспорт, так как началась война, и его могли призвать в армию. В этом случае долгожданную свадьбу пришлось бы отложить. Сильвия поверила этой трогательной сказке.
Однако Троцкий, хотя лично жениха и не знал, почему-то от рассказа своей секретарши в восторг не пришел. 1 сентября 1939 года германские войска перешли границу Польши. Франция, связанная с Польшей двусторонними обязательствами, объявила войну Германии. Началась Вторая мировая война. До нападения на Советский Союз оставался 1 год и 10 месяцев. Сталин торопил организаторов операции «Ютка». В конце октября 1939 года под видом иракского бизнесмена в Нью-Йорке выныривает Леонид Эйтингон. Здесь с помощью своих американских родственников он открывает собственную торговую фирму. Что важно, эта контора «Рога и копыта» имела отделение в Мехико, которое возглавил другой бизнесмен, канадец Фрэнк Джексон. Он уже перебрался к тому времени к своей невесте Сильвии Агилов в Мехико. Эта фирма стала для Меркадера официальной крышей. Первые 2 года по приезде в Мексику Троцкий жил в знаменитом синем доме известного мексиканского художника-коммуниста Диего Ривьера. Дом художника – и мастерская, и музей, и дача. Здесь тихо, а главное – безопасно. Две семьи связала настоящая дружба. Они даже путешествовали вместе. Так было, пока идиллия не взорвала любовная история. В доме Диего Риверы Троцкий обращает внимание на подругу гостеприимного мексиканского художника Фриду Кало. Профессиональный революционер Троцкий в 58 лет влюбляется в 28-летнюю актрису и художницу. Но о романе узнают и жена Троцкого Наталья Ивановна, и Диего Ривера. После откровенного разговора с женой Троцкий порвал с Фридой Кало. А вот помириться с Диего Риверой ему не удалось. Ясно, что оставаться гостем его дома он уже не может. После размолвки со своим гостеприимным хозяином Диего Риверой Троцкий должен был искать себе новое пристанище в чужой стране. В феврале 1939 года Троцкий продает свой личный архив Гарвардскому университету и потом при помощи своих же американских друзей и единомышленников покупает себе вот этот дом, который находился в пригороде Мехико, и назывался он Каюкан. После переезда Троцкий сразу занялся укреплением своей резиденции. По углам стен и у ворот были возведены башни с бойницами. 10 мексиканских полицейских круглосуточно несли службу с внешней стороны дома. Внутри дома постоянно были наготове 8-10 телохранителей из числа лично преданных хозяину дома троцкистов. В самом начале 40-го года на конспиративной квартире в центре Москвы состоялась встреча, которая придала новый импульс вялотекущей операции «Утка». Во встрече принимал участие трое – Лаврентий Берия, Павел Судоплатов и человек, которого Берия представил как Филиппе. С 1938 года он, находясь на нелегальном положении в Мексике, отслеживал по заданию советской разведки связи Троцкого со своими единомышленниками на американском континенте. Однако Филиппе проявил инициативу и завербовал сразу несколько человек из ближайшего окружения Троцкого. Под псевдонимом скрывался секретный агент Лубянки Иосиф Григулевич. Он привез в Москву план дома Троцкого в Мехико. Это была большая удача. Филиппе дал подробную характеристику телохранителей «Утки» и точный график работы его секретариата. Григулевич Филиппе предлагает подключить к операции завербованного им молодого американского троцкиста. Его нужно было внедрить в охрану Троцкого. В центре знали, Троцкий подбирает себе телохранителей исключительно из своих сторонников. Американец поехал на смотрины в Мексику и сумел убедить Троцкого в своей преданности. Теперь один из телохранителей «Утки» – агент Сталина. Его звали Роберт Шелдон Харт. 24 мая 1940 года, 4 часа утра, около 20 человек, одетых в форму мексиканской полиции, приблизились к дому Троцкого. Они бесшумно разоружили полицейских, которые несли наружную охрану. После этого Филиппе подошел к воротам дома. В ту ночь дежурил Роберт Шелдон Харт. Он, конечно же, узнал Филиппе по голосу и, услышав пароль, открыл ворота.
Боевики Сикейроса врываются во внутренний двор резиденции Троцкого, отключают сигнализацию и блокируют спящую личную охрану. После этого боевики группы «Конь» во главе с Сикейросом устремились к комнатам Троцкого. Заняв с двух сторон позиции, они открыли по кровати и по спальне перекрестный огонь из ручного пулемета и стрелкового оружия. В то утро я спал в комнате по соседству с дедушкой и бабушкой. Вдруг кто-то открыл дверь из сада и показался силуэт человека. Я увидел, что он вооружен. Я помню, что мне пришло в голову, что это кто-то из охраны дома. Но в этот момент раздались пулеметные очереди. Вся комната наполнилась порохом и дымом. Единственное, чего я хотел, так это выбежать из своей комнаты, но человек, который стрелял, загораживал дорогу. И тогда я закричал, стал звать дедушку и бабушку, чтобы предупредить их об опасности. Мне показалось, что это продолжалось целую вечность, как будто несколько лет длилось. Лишь когда нападавшие скрылись, я вошел в комнату дедушки и бабушки и нашел их спрятавшимися в углу. Мы поняли, что уцелели чудом, и все вместе заплакали. Около 200 пуль выпустили боевики по спальне Троцкого. Они были в полной уверенности, что хозяин мертв. Но некуда ему было деться от смерти в этом маленьком помещении. Но они ошиблись. Троцкий вместе с женой Натальей скатились с этой кровати в угол, где сейчас находится маленький столик. Именно там была мертвая зона для обстрела. Нападавшие настолько были уверены в ликвидации утки, что даже не проверили результатов обстрела. Бросив напоследок в окно дома бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство, они уехали на личных автомобилях Троцкого. И хозяева дома, и охранники остались живы. Только среди связанных телохранителей не обнаружили Роберта Харта. Спустя месяц труп Харта нашли крестьяне на небольшой ферме в пригороде Мексики. Мексиканская полиция установила, ферму арендовали два молодых художника. Это были ученики Сикейроса. Так у следствия появилась первая зацепка. А Троцкий так никогда и не поверил, что Роберт Шелдон Харт был агентом Сталина. Более того, по личному распоряжению Троцкого у входа на виллу была повешена мемориальная доска с надписью «В память о Роберте Шелдоне Харте. Убит Сталином». Итак, тщательно спланированная операция по ликвидации Троцкого окончилась полным провалом. Сообщение о покушении на Льва Троцкого 24 мая 1940 года стало сенсацией для мировой прессы. Оперативной связи с Москвой не было. И Сталин узнал об этом позоре по радио в Москве. Это было изложение сообщений BBC. Короткая новость могла оборвать не только карьеры, но и жизни Павла Судоплатова и Лаврентия Берия. Оба они это прекрасно понимали. Троцкисты в Мексике тоже поняли. Это только начало. Сталин не успокоится. Сезон охоты на Льва Троцкого открыт. Полиция вышла на след боевиков. Был даже составлен фоторобот одного из главных участников покушения, французского еврея Филиппа. Под этим псевдонимом действовал агент НКВД Иосиф Григулевич. Найти его не удалось, так как Григулевич сумел пересечь мексиканскую границу и скрыться в Калифорнии. А вот руководителю группы, мексиканскому художнику Давиду Альвара Сикейросу, не повезло. Через несколько месяцев его схватят в одном из горных шахтерских поселений, где он скрывался под чужой фамилией. Дальше Сикейроса ждала одиночная камера в тюрьме Ликуба. Пока Сикейрос и члены его отряда были в бегах, главной ударной силой в операции «Утка» стала вторая резервная группа, зашифрованная на Лубянке под кодовым названием «Мать». В целях безопасности дом Троцкого был полностью архитектурно изуродован. Все оконные проемы были частично заложены кирпичом. Вместо деревянных дверей навесили стальные, многослойные. Они даже открывались с трудом. Но все эти новшества появились потом, после покушения. Деньги на укрепление дома выделили сторонники Троцкого, которые съехались в Мехико из разных стран мира, чтобы поддержать своего учителя. Надо сказать, что после первого покушения дом укрепили. На окна поставили решетки. Помню, что дед скептически относился к этому.
И все время мы обсуждали варианты будущего покушения. Например, мы ожидали, что нас всех могут отравить, что могут взорвать весь дом, что явится какой-нибудь фанатик, который взорвет этот забор и дом, и вместе с собой взорвет всех нас. Но дед говорил, что здесь, в Мексике, таких фанатиков нет. Главный фанатик сидел в Москве. И это здесь, на окраине Мехико, хорошо знали. Теперь охрана до минимума сократила деловые визиты и рабочий день своего подопечного. Более того, все выходы за пределы двора Троцкому были категорически запрещены. До покушения Троцкий, чтобы окончательно не превратиться в добровольного пленника, изредка выезжал на автомобиле за город для прогулок. При этом, до прибытия на место, он должен был лежать на дне машины под ногами своих американских телохранителей. В окрестностях Мехико Троцкий собирал кактусы для своей домашней коллекции. Это стало его страстным увлечением. Необычные экземпляры кактусов Троцкий любовно высаживал во дворе собственного дома. Теперь поездки стали невозможными. Осталось единственное развлечение – кролики. Каждое утро он начинал с осмотра и приведения в порядок клеток. Троцкий понимает, что он находится в ловушке, и окончательная развязка не за горами. Через две недели после неудачного покушения на Троцкого Сталин вызывает к себе на ближнюю дачу Павла Судоплатова с отчетом и планом действий. Прошло около года, на операцию затрачены колоссальные деньги, а Троцкий до сих пор жив. Сталин не может больше ждать. Судоплатов привез вождю запасной вариант плана с использованием боевой резервной группы «Мать», в которой главным исполнителем назначен Рамон Меркадер. Сталин принял решение коней на переправе не менять. Он дает Берии и Судоплатову вторую и последнюю возможность выполнить его приказ. Рамон Меркадер следовал инструкциям советской разведки. Он не выказывал никакой заинтересованности в более близких отношениях со Львом Троцким. Он просто привозит и увозит свою невесту Сильвию Агилов на своем шикарном американском автомобиле. И больше ничего. И это вызывает доверие у охраны. После покушения 24 мая прошло всего 4 дня. В доме царит еще напряжение. И все новые лица, которые стремятся к общению с хозяином, вызывают повышенное внимание у телохранителей. Жених такого стремления не проявил ни разу. Эта тактика приносит результат. Уже 28 мая 40-го года сам Троцкий лично приглашает Меркадера к себе на обед, как жениха Сильвии Агилов. Рамон Меркадер входит в этот двор. Охрана его уже знает. Троцкий в этот момент кормит кроликов. Жертва и будущий убийца пожимают друг другу руки. К этому моменту Меркадер уже составил точный распорядок дня будущей жертвы. Итак, Троцкий просыпается не позднее 7 утра и тут же идет во двор к клеткам кормить кроликов и кур. Потом короткий завтрак с участием всех обитателей дома, жены Натальи, внука Эстебана, секретарей и охранников. После завтрака Троцкий запирается в своем кабинете и работает над книгой о Сталине до 2 часов дня. Затем обед, небольшой отдых и снова письменный стол. Часов в 5 следовал еще один перерыв для кормления домашней живности, а в 7 устраивался легкий ужин. Для себя Меркадер отметил, что в период с 5 до 7 вечера самое удобное время для проведения операции. Осталось выбрать только способ казни. Это на месте лежал Эйтингон. Он должен был подобрать, и он не согласовывал с нами ни вопрос о привлечении матери. И этого Меркадера он был облечен правами человека решать самому на месте эти вопросы. И потом он был достаточно опытный человек в этом смысле. Сомнений, так сказать, у нас не было. И потом, что могли посоветовать отсюда из Москвы, как вести себя и что делать в Мексике. Под руководством Эйтингона Рамон Меркадер в течение 2 с небольшим месяцев становится своим человеком в доме Троцкого. Вот как это происходит.
12 июня 40-го года Рамон Меркадер, которого все знают как друга Сильвии, просит оставить свой автомобиль Бьюик во дворе дома Троцкого. Сам Меркадер уезжает по делам фирмы в Нью-Йорк. 29 июля 40-го года жена Троцкого Наталья Ивановна приглашает Рамона и Сильвию на чай, ведет приятный и шутливый разговор о супружеской жизни. Это выражение уже полного доверия жениху Сильвии. 1 августа. Рамон везет Сильвию и Наталью Ивановну за покупками и по возвращении помогает занести коробки и пакеты в дом. А уже 11 августа Меркадер не ждет Сильвию у машины, а сразу заходит в дом. Охрана не препятствует Рамону. Он стал уже почти своим человеком в семье Троцкого. В этот день Рамон Меркадер второй раз увидел Троцкого. В беседе с ним Меркадер узнал, что после налета банды Сикейроса Троцкий приобрел себе бронежилет. Иногда он одевает его, когда встречается с малознакомыми посетителями. Эта информация стала решающей в определении способа убийства. Меркадер уверен, что он сумеет привести приговор в исполнение один, без группы поддержки. Эйтингон с ним согласился. Этого было достаточно, чтобы начать действовать. Потом мы не хотели, чтобы переписка по этому поводу, какая бы это ни была, велась за границей. Зачем нам это? Необходимые сведения мы получали по радио, какие-то условные письма присылал Эйтингон на определенный адрес. Мы знали, что прибыл там, все в порядке, все действую, работаю. И мы знали, что он работает и даром времени проводит. Будущее для Сильвии Агилов обещало быть безоблачным. Ее жених, Фрэнк Джексон, был красив, молод и богат. Да еще и ко всему прочему, с некоторых пор он все больше проникался идеями Троцкого и даже решил написать статью, которую задумал показать Льву Давидовичу. Сильвия этому рада. Правда, сам Троцкий настойчиво рекомендует своей секретарше все-таки повнимательнее присмотреться к Жасону, так он за глаза называл Джексона. 17 августа 40-го года Фрэнк Джексон неожиданно появляется на пороге дома Троцкого. Через одну руку у него перекинут плащ, под которым спрятано орудие убийства. Другой рукой он нервно сжимает какие-то листки. Это и есть статья, которая стала поводом для визита. Троцкий приглашает гостя в свой кабинет, закрывает дверь. Но смерть в тот день обошла Троцкого стороной. Это была лишь генеральная репетиция, организованная Эйтингоном. Шла подготовка. Но это уже, так сказать, вот Леонид Александрович готовил его и мать к этой операции. И мать принимала самое активное участие в том, чтобы замаскировать оружие. Генеральная репетиция 17 августа показала, все было продумано правильно. Оружие в решающий день тоже будет спрятано под плащом. Через три дня в номере гостиницы Рамон Меркадер под диктовку Эйтингона напишет письмо, которое возьмет на последнюю встречу со своей жертвой. Это улика, которая должна увести следствие по ложному пути на случай, если Меркадера схватят телохранители. Автор от имени Жака Марнара, что еще больше должно запутать полицию, объясняет мотивы убийства. Ну, один из них – сама Сильвия Агилов. Дело в том, что Троцкий запрещает Сильвии выходить замуж за своего жениха. Главная же причина в том, что автор разочаровался в самом Троцком. Именно тогда, когда тот предложил ему поехать в Советский Союз и совершить акт революционного возмездия – убить Сталина. Дата письма – 20 августа 40-го года. В тот же день, в половине шестого, в ворота виллы Троцкого на улице Вены позвонил Фрэнк Джексон. Он привез новый вариант статьи. Хозяин, как всегда, в это время вышел покормить кроликов. Гость был в шляпе. И, несмотря на солнечную погоду, через его левую руку опять был перекинут плащ. У Троцкого не было никакого желания возвращаться в дом. Но он согласился посмотреть статью. Нехотя, словно предчувствуя что-то, Троцкий заходит сюда, в свой кабинет с Меркадером. Он кладет статью на стол, садится и начинает внимательно ее читать.
В это время Меркадер, изображая заинтересованность, обходит сзади Троцкого, выхватывает спрятанный под плащом альпиншток. Сильнейший удар обрушивается на голову Троцкого. Но жертва сознание не теряет. Со страшным криком Троцкий бросается на своего убийцу и кусает его за руку. В это время сюда, в кабинет, врываются охранники. Меркадер не успевает воспользоваться своим ножом и пистолетом, которые были у него с собой. Охранники сбивают его с ног и начинают жестоко избивать. И все это под душераздирающие крики Троцкого. «Только не убивайте! Ни в коем случае не убивать! Нужно заставить его говорить!» Но телохранители продолжали бить Меркадера. И тут он вдруг закричал. «Я должен был это сделать! Они держат мою мать!» «Я был вынужден. Убейте сразу или прекратите бить». Что это было? Часть разработанной легенды или минутная слабость Меркадера? Скорее всего, слабость. Потом Рамон на всех допросах будет строго следовать основной легенде. Он сам решил убить Троцкого. И никакой связи с советской разведкой у него не было и нет. В момент второго покушения меня дома не было. Я был в школе. Спустя примерно полчаса после нападения, я шел по улице Вены и, уже подходя к дому, увидел, что что-то произошло. Вокруг дома стояло много народа, машин, стояли полицейские. Я бегом вбежал сюда в сад и встретил сначала двух американских охранников, вооруженных до зубов, которые держали за руки убийцу. Он был весь в крови, избит до полусмерти. Я спросил, что случилось? А в ответ услышал только крики «Джексон, Джексон». После покушения Троцкий прожил еще сутки в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но они были бессильны. Удар убийцы был настолько мощным, что ледоруб пробил череп жертвы на глубину 7 сантиметров. Все это время Леонид Эйтингон дежурил у клиники, дожидаясь сообщения о смерти. Перед тем, как отправить шифровку в Москву, он должен был в точности удостовериться, что операция «Утка» наконец-то достигла своей цели. Эйтингон был рядом, но не на территории, разумеется. Вместе с матерью ожидали в машине, когда появится он, если удастся вырваться. Расчет был на то, что поднимется паника, поднимется суета. Потом Меркадер был сильный мужчина такой, спортивного типа, и его не просто взять так. Но не получилось так, как думали. Значит, Эйтингон вместе с матерью уехали. Для мексиканской прессы сенсационное убийство Троцкого на многие дни стало темой номер один. Почти все газеты писали. За убийством стоит Сталин и ГПУ. Проводить изгнанника в последний путь вышли десятки тысяч людей. Прах Троцкого после кремации по настоянию его вдовы был захоронен во дворе его дома в Мехико. Одна из героинь публикации, Сильвия Агилов, впала в жесточайшую депрессию и хотела покончить с собой. Она корила себя, что не распознала агента Сталина. И на протяжении всего следствия и суда требовала, чтобы Марнара казнили. Расследование показало, сама Сильвия к убийству не причастна. В Советском Союзе главная газета коммунистов «Правда» опубликовала малюсенькое сообщение о покушении, в котором говорилось, что нападавший принадлежит к числу последователей и ближайших людей Троцкого. Еще через два дня газета подготовила уже основательный комментарий «Смерть международного шпиона», в котором подчеркивалось, шпион нескольких разведок Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева и Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измены и злодеяний. Праздник победы над своим злейшим врагом Сталина омрачало лишь то, что Меркадер находился в мексиканской тюрьме и мог заговорить. Меркадера поместили в одиночную камеру. Били его каждый день, пытаясь выяснить, кто же он такой. Но он так и не выдал своей причастности к советской разведке и своего подлинного имени. Приговор был вынесен только спустя 4 года после убийства. В мае 44-го. Смертной казни тогда в Мексике не было.
и поэтому убийцу приговорили к 20 годам тюремного заключения. Самой строгой мере наказания по мексиканским законам. В тюрьме Лекумбери, где Меркадер отбывал свой срок, советская разведка свела его с женщиной по имени Ракелья Мендоса. В 1946 году они поженились. Все последующие годы, пока Рамон Меркадер сидел в тюрьме, Ракелья была связняком между мужем и резидентом советской разведки в Мексике. Регулярно передавали через соответствующих людей деньги, рассчитанные на то, чтобы он никакой нужды не терпел. Ну, конечно, мы могли организовать побег, слов нет, но не разрешала инстанции. Сталин был против. После смерти вождя уже сам Меркадер отказался от побега, предпочитая честно отбыть наказание, а не бегать как заяц до конца жизни под другой фамилией по всему миру. Настоящее имя убийцы так и навсегда осталось бы тайной, если бы не помощь испанской полиции. Сразу же после Второй мировой войны в ее архивах было обнаружено дело Рамона Меркадера и отпечатки его пальцев. Он был арестован в 1935 году в Барселоне за коммунистическую пропаганду. В мексиканской тюрьме Меркадер не испытывал особенного дискомфорта. В его одиночке был телевизор. И он даже иногда выезжал в город в рестораны вместе со своим тюремным начальством. Прошло 19 лет, 8 месяцев и 14 дней со дня убийства Троцкого. Рамон Меркадер вышел на свободу. Это произошло 6 мая 1960 года. В тот же день Рамон Меркадер был отправлен функции должно было входить в своего рода опекунство. То, что на языке, допустим, западных спецслужб дословно звучит как «бэби-ситтер», то есть, нянька по существу, да. Никаких оперативных заданий не было поставлено, только проявление максимума внимания, заботы ко всем возникающим нуждам, в том числе бытового характера, вопроса здоровья и так далее. У меня было ощущение все время, что этот человек, живя сейчас, еще несет в себе какое-то постоянное осмысление чего-то, что... Герой Советского Союза Лопес Рамон Иванович придумал себе сам Рамон Меркадер. Он был последним из награжденных участников операции «Утка». Так была поставлена точка в этой кровавой тайной операции.